Я все испортил, да? Снимаю. Я уже все испортил? Нет. Блин. Итак, уважаемые друзья, привет всем. Всем привет. Привет. Привет, скажи. Ну, здорово. Здорово. Всем привет. Здорово, Ростов. Отлично. Да, у нас сегодня индивидуальная и точнее уникальная встреча. Дмитрий, как ты можешь прокомментировать сегодня приезд нашего друга, нашей подруги Ирины из Китая? Безумно рад. Какие творческие планы? Ты в Китае живешь? Гу. Мы сейчас что обсуждаем? А, в китайском Диснейленде? Мы сейчас что обсуждаем? Обсуждаем тему культурного обмена Китая и России. Вот. Татар. В смысле, китайцы в Китае? Русские в России. Вот, ну у вас творческие планы какие? Ну вот я вот, Дмитрий, вас хотел бы спросить. Песни писать. Вот четыре наметили. Вот. Да, на самом деле я выбрала. И выбрала уже из того, что были какие-то мысли у Дмитрия. Вот, и... Старое дописываем. Да, и я думаю, что мы запишем что-то новое, интересное. Мы верим им. Главное не бухать. Главное здоровый образ жизни. И у нас сегодня по планам презентация книги еще, да? Что ты сразу закрываешься? Знаешь, черную, мы по черную полоску пустим. Жую. За цензурю. А он ест. Что ест, непонятно. Цензура, вафлю ест. Печенье в клеточку. Запрещенные вафли, это вам извините. Он еще с шоколадом помазал их. Смотри, какой извращенец. Вафли с коловратом. Ребята, с пуэром и с вафлями. Так, ну у нас это не реклама 7-Up, я должен сказать. Наше общение это не реклама 7-Up. Вот, у нас тоже, в общем, такая вот, мы видеоотчет делаем, снимаем сейчас фильм «Герой нашего, герой нового времени». Вот, поэтому, ну, это домашнее, это хом. Все герои, да, причем каждый в своей отрасли, конечно. Мы... Давай, давай, начинай. Чего? Рубашечку расстегивай. Ростов. Ты что за герой? Герой какого фильма? Сказал, какого романа? Роман, ты герой. Роман, какого романа ты герой? Ну ладно, в общем, это, всем привет, у нас в планах, думаю, что сняться в ближайшее время, вот, сделать фотосессии, вот эти четыре проекта, которые вы запланировали, я надеюсь, мы сможем их в ближайшее время услышать, ну, от слов к делу, правильно? Да, я на самом деле приехала, и поэтому у меня есть по будням время, и лучше их, его провести с пользой, потому что когда я потом вернусь, я уже не знаю. Так вы издалека приехали, с Китая. Прекрасно, представляешь? Дмитрий, вот посмотрите нам в глаза. Вам или им? В глазок. В глазок, ведь всевидящее око. В общем, да, я в домике, да? Большой. Наша задача снять, значит, как минимум какую-нибудь видеовизиточку, проект какой-то. Это типа сейчас на слове ловит. Да, 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 то есть мы работаем над этим. Потом судья что будет. Давай, давай. Вот, Дмитрий, поэтому вот смотри, у нас до конца февраля при свидетелях мы просим тебя принять максимум усилий и приложить максимум усилий для того, чтобы мы смогли порадоваться и насладиться творческими продуктами проекта Дилана. Ибо потом мы увидимся в суде, если ты все это не сделаешь. Чего я должен? Чего я должен? Скажи. Клянусь. Ну все. Паладин и Калинин. Да, отлично. Оставляю свою карту. Не заслужили еще такого. Итак, друзья, у нас все поработаем, сделаем. Обещаем. Я простерну. Добро. Договариваемся. Ну все, а вот так мы очень рады, что приехала, и давайте чаще встречаться. Мы поедем в Китай. Поедем в Китай? Да. Отлично, все. Всем пока.